Следующий вопрос. Халь тахуллю л-уджра аль-муаджала бимаути л-мустаджир? Если арендодатель и арендатор заключили договор об отложенной аренде помещения. То есть человек снимает помещение, но заедет в него, допустим, через 3 месяца. И, соответственно, плату тоже заплатит через 3 месяца. Если после этого договора арендатор скончался, можно ли сказать, что хозяин помещения имеет право на эти деньги, так что арендатор еще не использовал это помещение? Говорит, когда шейху ль-Ислам ибн Таймия, кама фи л-инсаф, сказал шейху ль-Ислам ибн Таймия, как это приходит в книге «Ал-Инсаф», «Лоу аджалаха фамат аль-мустаджир, лам тахуль аль-уджра». Если человек отложил, то есть использование помещения, то есть так и договорились, что арендный договор вступает в силу только через 3 месяца, допустим, я заеду через 3 месяца. И арендатор затем скончался до наступления этих, до исхождения этих 3 месяцев, так, лам тахуль аль-уджра, то арендная плата не платится. То есть хозяин помещения не имеет права на арендную плату. Даже если мы согласимся с мнением о том, что посредством смерти приходит время выплаты долгов. Мы говорили относительно этого вопроса, какое правильное мнение? Нет однозначного то, что приходит время выплаты долгов или не приходит. Но в этом вопросе есть тафсиль. Этот вопрос мы рассматривали ранее по книге. Потому что забирать плату за то помещение, которое человек отложил его пользование на определенное время, так является чем? Несправедливостью. То есть человек не воспользовался квартирой и даже еще не собирается ее пользоваться, но только через определенное время. И за это уже брать арендную плату не разрешено. Далее.